Ко дню республики возле мечети Нургасыр были организованы праздничные мероприятия, в их числе спортивные соревнования, ярмарка и посадка деревьев. Тему продолжит наш корреспондент. Перед мечетью Нургасыр проходили состязания по боевым видам спорта и различные игры. Собралось много болельщиков, они с удовольствием наблюдали за происходящим. 25-й Казан, республика, күніне орай. Ко дню республики мы организовали игры и состязания по борьбе, перетягиванию канатов и по другим видам спорта. Статус этого праздника для нас высок. С прошлого года он стал национальным. Таким образом, мы хотим поднять настроение горожанам, чтобы они ощутили атмосферу праздника. В ходе мероприятия мечетью Нургасыр была оказана благотворительная помощь нуждающимся семьям в виде продуктов питания. Также на территории мечети посадили 30 деревьев. В ней принимали участие волонтеры. Сегодня мы раздали пакеты с продуктами питания 100 нуждающимся семьям. И сегодня началась посадка 100 деревьев. Это тополь и хвойные. Мы стараемся всегда облагораживать территорию. Наша главная цель – облагородить наш город, улучшить экологию. Наши сотрудники всегда участвуют в посадке деревьев. В установленных юртах гостей угощали баурсаками, а местные ремесленники и производители молочной продукции представили свои товары на небольшой ярмарке. Зарина Утбанова, Азамат Сауханов, телеканал «Актобе».